В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» появился новый обитатель – малыш Лори. Животное купили у коллег из Красноярска ко дню рождения зоопарка. Виноград. Отправляем ее, да? Отправляем тебя. Пойдем, моя хорошая, пойдем. Давай вот сюда вот садись, давай, берись лапочками, берись. Берись лапочками вот за это, берись скорее. Новую обитательницу зоопарка зовут Буся. Руководство основательно готовилось к ее приезду. Сделали домик в теплом помещении, оборудованный всем необходимым. Лори из семейства приматов, как и лемуры, зверек – древесный обитатель. В природе живут в тропических лесах Центральной Африки, а также в Южной и Юго-Восточной Азии. В основном поодиночке или в небольших группах до 20 лет. Питается, как рассказал Сергей Писарев, всем, что попадается. Лори находится в зоопарке всего пару дней, поэтому пока ее закрыли от гостей, чтобы зверек адаптировался к новому месту. Но совсем скоро барнаульцы смогут увидеть милое животное. А сколько вы нашего?